Дорогие друзья, Wellness команда, здравствуйте! Когда в субботу я проводил онлайн-трансляцию и отвечал на ваши вопросы, я сказал, что на этой неделе запишу видео, в котором рассмотрю и расскажу о всех продуктах линейки Wellness. Сейчас я нахожусь в главном офисе компании Oriflame. Мне предоставили вот то, что вы видите на столе. И о всех этих продуктах сейчас с вами мы поговорим. Перед тем, как мы начнем говорить о продукции, давайте вспомним, что нашему организму энергию несут три класса веществ. Это белки, жиры и углеводы. Кроме того, они выполняют определенные функции для нашего организма. Биологически активные добавки, продукция Wellness, создавалась для того, чтобы компенсировать недостаток веществ, белков, жиров, углеводов и улучшить качественный состав пищи. Но кроме белков, жиров и углеводов, существуют еще и витамины. Они не несут нашему организму энергии, но при этом также выполняют очень важные функции. Ну что ж, давайте разбираться с продукцией, но забегая немного вперед, скажу, что к нашей беседе вскоре присоединится Надежда Дроздова. С сухой смесью Natural Balance вы уже знакомы, мы как-то говорили о ней во вкладочке новости проекта. Что ж, напомню состав. На одну порцию, а это 18 грамм сухого порошка, приходится 65 килокалорий, 7,5 грамм белка, 6 грамм углеводов и 3,5 грамм жиров. Если проанализировать состав этой смеси, то видно, что она призвана восполнить недостаток белка в нашем рационе. Каким образом мы можем использовать сухую смесь Natural Balance как дополнение к вашим рационам, либо к рационам питания ваших клиентов? Если, к примеру, вам тяжело с утра завтракать, у вас нет аппетита, вы можете с утра выпивать порцию сухой смеси Natural Balance и затем завтракать, к примеру, через несколько часов. Это первый вариант употребления. Второй вариант – вы можете использовать сухую смесь Natural Balance в качестве перекусов. Второй вариант – вы можете использовать сухую смесь Natural Balance в качестве перекусов либо между завтраком и обедом, либо между обедом и ужином. На чем вы будете готовить коктейль, решать вам, но хочу, чтобы вы помнили, что, к примеру, фрукты либо сок обладают дополнительными калориями, и их также нужно учитывать для того, чтобы не перебрать за счет простых сахаров. Особенно если вы худеете, для вас это очень актуально. Кроме того, если банально прочитать то, что написано на упаковке, то заголовок такой – биологически активная добавка к пище. Соответственно, если, к примеру, вы на завтрак съедаете какую-то кашу и у вас недостаток белков в этом приеме пищи, вы вполне вместе с какой-то крупой, гречневая каша либо овсянка, вы можете употреблять сухую смесь Natural Balance, к примеру, на молоке. Таким образом, вы сможете обогатить данный конкретный прием пищи белками, и этот прием пищи будет сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Иногда мне задают вопрос, а как использовать сухую смесь Natural Balance и коктейли относительно тренировок? Потому что в тренажерных залах некоторые тренеры советуют употреблять протеиновый коктейль за 20 минут или за 30 минут до тренировки и сразу же после тренировки. Друзья, здесь хочу сакцентировать ваше внимание, что данный продукт – это добавка к пище, к рациону питания человека, у которого нет спортивных целей участвовать на соревнованиях по бодибилдингу. Данный продукт не конкурирует со спортивными добавками. Там концентрация белков, жиров и углеводов намного выше, потому что у спортсменов, которые используют SportPit, совершенно другие приоритеты, цели и задачи. Они наращивают мышцы, им нужна большая доза белка, намного больше, чем обычному человеку, и поэтому это совершенно разные задачи. Вы, конечно, можете использовать сухую смесь Natural Balance за 20-30 минут до тренировки или после, но помните, у вас не стоит задача нарастить мышцы и выступать на конкурсе по бодибилдингу. Задача сухой смеси Natural Balance – дополнить и сбалансировать ваш рацион. Переходим к следующей вкусняшке – это протеиновые батончики. Существует тоже много разных вкусов. И если, кстати, сравнивать с сухой смесью Natural Balance, сразу видно, что одна порция батончиков
содержит один батончик. Если сравнивать с сухой смесью Natural Balance, то видно, что одна порция сухой смеси Natural Balance и один батончик содержат примерно одинаковое количество белка. Но батончики содержат большее количество углеводов. 18,8, почти 19 грамм углеводов, причем из них на сахар приходится 11,3 грамма. Но, друзья, если вы готовите сухую смесь Natural Balance, к примеру, на фруктовом соке, то вот это количество сахаров, оно будет примерно одинаково. Ну, в зависимости от того, какой сок вы используете. Батончики очень удобны в применении. Вам не нужен ни шейкер, ни вода, ни молоко, ни сок. Вы просто берете его с собой в сумку и используете как перекус. Очень хорошо сбалансирован. Вы можете употреблять его в качестве перекуса после завтрака или между обедом и ужином, к примеру, с чаем. Очень вкусно, питательно и, самое главное, полезно. Если сравнивать этот батончик с шоколадками, которые продаются в магазине, то это просто небо и земля. Здесь сплошная польза, а там сплошные сахара, и ни витаминов, ни минералов, ничего не присутствует. Поэтому, если вы сладкоежка и ищете для себя продукт, чем бы можно было бы, так скажем, сбить спесь на сладкое, то возьмите себе на заметку, можно использовать вот такие протеиновые батончики. Но опять же, несмотря на то, что батончики полезны, содержат много всего полезного, это не означает, что за раз можно съедать 5 штук. Они содержат простые сахара, об этом только что поговорили. Поэтому это очень хороший вариант перекуса, но сильно не увлекайтесь. Ну и следующий продукт белковой группы – это Natural Balance суп. Если вам не очень нравится сладкий вкус, вы можете использовать этот продукт. Кстати, пищевая ценность на одну порцию, а это 28 грамм сухого порошка, приходится 10,6 углеводов. То есть немного больше, чем в натуральной смеси Natural Balance и в протеиновых батончиках. На углеводы приходится 10,3 углеводов. Из них сахара всего лишь 6,3 грамм. И на жиры всего лишь 1,2 грамма жиров приходится вот на одну порцию Natural Balance суп. Вы можете использовать данную продукцию также в качестве перекусов, к примеру, между завтраком и обедом, либо обедом и ужином, ну или, к примеру, в качестве позднего ужина. Учитывая, что здесь небольшое количество углеводов и мизерное просто количество жиров, это никоим образом не скажется на вашей фигуре, но при этом вы утолите голод, вы получите необходимые и полезные питательные вещества, белки, жиры и углеводы. И самое главное, у вас есть возможность выбрать вкус, который подходит именно вам. Кстати, натуральный Balance суп подойдет вегетарианцам, потому что он содержит только растительный белок. Друзья, мы рассмотрели продукты белковой группы, и возникает вопрос, как их чередовать. Нужно ли, к примеру, купив натуральную смесь Natural Balance в начале, пропить ее 21 день, а затем через какое-то время купить несколько пачек батончиков и кушать их, и затем потом использовать натуральный Balance суп? Нет. Вы эти продукты используете для того, чтобы обогатить и сбалансировать свой рацион. К примеру, сегодня у вас есть возможность легко и непринужденно приготовить коктейль на основе натуральной смеси Natural Balance. Завтра у вас очень плотный график, и у вас есть возможность достать из сумки батончик, съесть его, и таким образом вы получаете дополнительные 7,5 грамм белка. А в следующий день вы пришли вечером с работы и понимаете, что вы можете вечером съесть горячий суп Natural Balance, при этом вы также получите 10,5 грамм белка. То есть миксовать и чередовать продукты вы можете уже в своем режиме относительно вашего базового рациона, который вы получили в проекте Wellness In и который вы, в принципе, можете рекомендовать своим клиентам. Главное, важно помнить, что это добавка, дополнение к нашему основному рациону питания, которое призвано сбалансировать наш рацион, дополнить недостающими макронутриентами, а также разнообразить наш рацион питания. Ну что, двигаемся дальше. У нас на очереди витамины и минералы, и о нутрикомплексе для
ногтей и волос, а также о детских витаминах расскажет эксперт по продукции Арифлейм Украина Надежда Дроздов. Вот эта штука называется шведский бьюти-комплекс плюс. И его основная задача, он содержит в себе два важных, очень мощных антиоксиданта. Самый мощный, которого нет ни в природе, ни в медицине, просто он создателем Богом не придуман, это астаксантин. Это особая водоросль, которая, ее зовут Haemococcus pluvialis, она произрастает у берегов Стокгольмского архипелага. Она краснеет под палящими лучами солнца и остается живой, когда опять попадает в воду. Вот этот красный пигмент, мощная защитная функция – это астаксантин, который включен сюда. Для чего? Для чего мы его включаем? Для того, чтобы защитить клетки нашей кожи, клетки нашего организма целиком от каких-то разрушительных процессов, свободных радикалов, несбалансированного питания, стресса и так далее. Есть исследования, что астаксантин отлично восстанавливает клетки нашего организма даже после тяжелых физических тренировок и отлично воздействует на состояние нашей кожи. Вторая составляющая здесь – это черника. Черника, она тоже, это вот такой вот как бы компонент, добавляющий компонент, усиливающий действие астаксантина, но у нее же есть свое уникальное свойство. Она благотворно воздействует на наше зрение. Астаксантин плюс черника – две важных составляющих, которые здесь находятся в особой капсуле в среде полинасыщенных жиров. Именно они дают возможность отлично усваиваться нашим организмом. Ну, если посмотреть на вот эту вот небольшую коробочку, я бы ее все-таки назвала больше вспомогательным продуктом категории Wellness, потому что она относится к определенной особенности или проблеме. Это либо слоящиеся ногти, либо выпадение волос. Но в другом случае, или секущиеся кончики волос. Но если на постоянной основе у наших потребителей есть коктейли, есть супы, если батончики Wellness, то не всегда мы приходим к необходимости потреблять внутрикомплекс для волос и ногтей. А его фишка, его изюминка заключается в том, что он полностью водорастворим, то есть в нем содержатся витамины группы В, в нем витамин С – это водорастворимый витамин, в нем содержатся как антиоксиданты, укрепляющие структуру волос процианиды зеленого яблока. Здесь кератиновые составляющие, L-цистеин и L-лизин, то есть все для того, чтобы и ноготки, и волосы были крепкими. Средство употребляется курсами, то есть мы пьем в течение 2-3 месяцев, даем небольшой перерыв, но уверена, что сегодня в связи с огромным количеством изменений здорового образа жизни, вообще в норме человеку терять в сутки 100 волос. Вот уже если выпало 103, то этот продукт должен быть в рационе. Wellness Pack – это продукты, которые относятся к ежедневным, суточным дозировкам, отдельно подобранным для мужчин и для женщин. Внутрикомплекс для волос и ногтей – это только водорастворимая составляющая, это 2-3 дрожжи в день, которые не дают возможности передозировки, перебору. И это только тот продукт, который решает непосредственно проблему либо слоящихся ногтей, либо выпадающих волос. Два продукта, на которые я хотела бы обратить внимание, это те продукты, которые дают возможность нам усилить, поддержать, скорее больше не усилить, а поддержать здоровье наших деток. Это детская омега-3 и это детские витамины и минералы, витаминно-минеральный комплекс. И в данном случае больше бы обратила внимание вот сейчас сразу на этот продукт, на омегу-3. Почему? Потому что, во-первых, она в жидком виде. Во-вторых, здесь ее в дозировке больше, чем взрослая омега-3. Почему? Потому что для развития детей ее должно быть больше. В-третьих, она еще и улучшена, усилена вкусовыми качествами. Это может быть это лимонное масло, апельсиновое масло. Это продукт, который не выливается из ложки в рот ребенку, а продукт, который добавляется в кашу, который может накапаться на хлеб, то есть очень удобно. И это отличная возможность нашим детям быть просто хорошо развиваться и расти, быть умненькими, славненькими, запоминать стишочки и получать хорошие оценки в школе. Если говорить о витаминах и минералах, то в данном случае здесь есть три вида витаминов. Это А, витамины группы В и витамин С. Вот из
в жирорастворимых только витамин А, но он очень важен. Причем вот в жирной среде важен для зрения, для того, чтобы ребенок рос и отлично функционировал. Эти все таблеточки, вот такие вот, это как жевательные таблетки, потому что они усилены еще ксилитом, который укрепляет зубки, очень хорошо усваиваются, вкусные, с апельсиновым маслом, очень-очень комфортные. И в данном случае для наших детей очень важно правильное питание. И в данном случае уместно сказать, что не всегда родители имеют возможность правильно сбалансировать питание своего ребенка по разным причинам. И, конечно, ребенок, он тоже такой человек очень характерный, потому что не всегда то, что полезно, ребенку вкусно. И он очень часто может отказываться от каких-то полезных, нужных продуктов, как бы мы ни убеждали, ни говорили. Поэтому отличным дополнением в рационе ребенка будут являться детская омега-3 и детский комплекс витаминовых минералов. Ну что, будем двигаться дальше. Но прежде я хочу сакцентировать ваше внимание на том, что витамины и минералы – это класс веществ, который, в отличие от белков, жиров и углеводов, не несет нашему организму энергетической ценности. То есть калорий за счет витаминов мы не получаем. Но витамины играют очень важную роль в реализации и в осуществлении многих физиологических процессов организма. И поэтому недостаток тех или иных витаминов может пагубно сказаться на состоянии вашего здоровья. Wellness-продукция от компании Reflame представлена несколько мультивитаминных и минеральных комплексов. В частности, комплекс для мужчин, комплекс для женщин, омега-3, а также шведский бьюти-комплекс плюс. Друзья, если, к примеру, вы проанализировали свой рацион питания либо рацион питания своих клиентов и выявили, что происходит недостаточное потребление овощей, фруктов, которые несут необходимую норму витаминов, минералов, а также происходит недостаточное потребление, к примеру, сложных углеводов, круп, которые доставляют нашему организму витамины группы В, в этом случае нужно добавить в свой рацион мультивитаминный и минеральный комплекс. У вас есть выбор, вы можете использовать эти комплексы по отдельности. Ну, к примеру, вы проанализировали свой рацион и понимаете, что в вашем рационе содержится достаточное количество омега-3 жирных кислот. Ну, к примеру, вы регулярно употребляете льняное масло, лосось в вашем рационе есть и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вы понимаете, что вы можете, к примеру, дополнить ваш рацион только мультивитаминными минеральными комплексами. Если же, наоборот, вы понимаете, что ваш рацион в данный момент в изобилии содержит овощи, фрукты, и вы понимаете, что вы потребляете нужное, необходимое количество витаминов, вы можете дополнить свой рацион только омега-3 жирными кислотами. Если же, к примеру, вы понимаете, что ваш рацион далек от сбалансированности по витаминам и минералам, вы можете воспользоваться таким миксом, который содержит в себе мультивитамины и минералы, шведский Beauty Complex Plus, а также омега-3. Здесь в пакетиках собрано все в одном. Вы употребляете этот комплекс следующим образом, но, во всяком случае, я, когда периодами пропиваю витамины, я это делаю чаще всего с утра после завтрака. Во-первых, вырабатывается привычка не забывать это делать регулярно. А во-вторых, диетологи и врачи рекомендуют, кстати, для употребления больше первую половину дня. Потому что витаминные и минеральные комплексы обладают определенным энергетическим эффектом, и порой употребление витаминов, к примеру, вечером может мешать вам уснуть. Но здесь опять же все индивидуально, вы также можете использовать витамины и минералы, к примеру, после обеда, тоже в этом ничего нет страшного. Друзья, ну что, надеюсь, вам была очень полезна сегодняшняя лекция. Если у вас остались вопросы, пишите их в специальной Google форме, которая есть под этим видео. Если вопросов будет много, мы с Надеждой проведем дополнительную встречу, дополнительное видео запишем. Будьте здоровы, правильно рекомендуйте и советуйте своим покупателям, как использовать wellness-продукцию от компании Reflame. И скоро увидимся.